Доброго здоровья вам всем, друзья! С вами Лохматая Душа. Ребят, дорогие мои, друзья и гости нашего канала, вы смотрите этот ролик. Это очередной крик о помощи. Ребята, нам нужен корм. Начало месяца всегда самое страшное. Или конец, или начало. Ребят, холода, животные едят намного больше. Я прошу вас, мои родные, всех, кто может, отзовитесь. Пожалуйста, отзовитесь. Мы объявляем день стольника. Это так называется, ребята. Просто в этот день люди как бы сообща пытаются послать помощь. Нас так много. А помощь, ребята, посылает мизерная часть тех, кто участвует в нашей жизни. Друзья, я прошу вас, отзовитесь. Животные не виноваты в наших проблемах, не виноваты в наших отношениях. Я не знаю, они вообще не виноваты в том, что родились в этом мире так же, как и мы. Но сдаваться нельзя. Я прошу вас, прошу, ребята, у нас есть два пути. Два. Пройти мимо или остановиться. И как порядочный, нормальный житель этой планеты, с сердцем, полным милосердия, доброты и сострадания к окружающему миру, помочь. Да, высокие слова вы скажете, но они правильные. Правильные, ребята. Кто мы, если не люди? Я считаю, человек без чувств – это уже не человек. Человек, думающий только о себе любимом, это уже не человек. Это так, оболочка, которая хочет только для себя любимого. Настоящие люди. Ребята, они творят этот мир. Они творят историю. Посмотрите, оглянитесь. Сейчас вы находитесь у истоков истории зарождения зоозащиты. Вы с нами, друзья. Ведь только доброта сделает наш мир чище, добрее. Спасибо. Друзья, что сказать? С кормом проблема. Малышей под забор валом. Ребята, ну вот мне с мусорки приволокли пакет. Котята, по-моему, ну, может быть, суточные, может быть, два. Мать твою. Вот что с ними делать? Пьют. Вон, глянь, сколько выпили. Вот. Ну и слава богу. Да, уже пора кушать. Возле батарейки тепло. Специально положила их здесь. Накушался. Бутылка больше, чем ребенок. Бутылка больше, чем ребенок. Все, все, уже все пузики накушенные, все мои хорошие. Теперь спать. Спать, мои золотые, спать. Да, господи, как же вам маму найти-то, а? Сейчас еще дам, сейчас еще. Ну, я же вас покормила, малыши. Давай посмотрим, что у вас здесь. Ну что, сейчас будет еще. Давайте, мои хорошие, здесь тепло. Да, мама нужна. Мама очень нужна. Потому что для них это жизнь. Для них это жизнь. Вот и решайте. Вы хотите помочь спасти эту жизнь? Они заслуживают жить. Я всю ночь выкармливаю малышей. Нам очень нужна ваша помощь. Нам нужна кормящая кошка. Малышей пятеро. Я думаю, что им два дня от роду. Пуповинки еще висят. Куда позвать? Маму ищем. Маму ищем, дети, маму ищем.
очень хорошо покушала. Вы не волнуйтесь, я кормлю хорошо. Сушку я ей пока ставить не стала, дала мокрый корм. Да ты моя золотая, да ты умничка. Спасибо, до слез просто, спасибо. Вам слышно, как она мурлыкает? Она мурлычет. Ты такая чудесная мама. Не бойся, детка. Не бойся. Она приняла, деток. Приняла. Вот видишь, уже сосуд. Она потрясающая, она их моет. Котят новорожденных накормили. Сейчас немножко глюкозки на ночь. Да, зайка моя. Такие крошечные тоже. Четверо. А эти вон. Да? Эти зайки мои. Я эти тоже, ребята. Так что у нас здесь 4, 8 и плюс 5 котят. 8 и 5. У, ребята. У нас 13 малышей. Нет, вру. 14-й у меня сидит в коридоре, но он поправился. Но ему все равно приходится давать таблеточки. Совсем-совсем крошечный. Господи. Это очень плохой признак. Эти уже выздоравливают. А вот это новые. И один вот. Ребята, вы пришли на страничку помощи бездомным животным. Бездомным! А это значит, что у них нет дома, у них есть только вы! Они все хотят домой, все, понимаете? Все хотят ласки, хотят внимания. А еще, ребята, они хотят сытой жизни. Просто хотят хоть чуть-чуть быть любимыми, защищенными и накормленными. Что мы золотой? Мы домой хотим, ребята. Мы хотим немножечко добра. От вас, люди, хотим немного добра. Немножечко внимания. Каплю вашего сострадания. Поделитесь кусочком с нами, с бездомными, ребята.